Сегодня на площади имени Ленина собралось около 2000 ульяновцев, которые пришли почтить память погибших в результате теракта 3 апреля в Петербурге. Акция солидарности началась с минуты молчания. Губернатор Сергей Морозов поблагодарил организаторов митинга памяти за то, что смогли объединить неравнодушных граждан и еще раз обратить наше внимание на важность и значимость поддержки и помощи соотечественников в эти дни. Мы действительно скорбим. Мы действительно должны сделать все, чтобы не забыть эти жестокие уроки. Чтобы сделать так, чтобы наши дети не стали жертвами этих сволочей, этих нелюдей. Я хочу, чтобы страх не посеялся в наших сердцах. Чтобы мы были так же, как и наши деды, прадеды и далекие предки, едиными. Потому что пока мы едины, мы действительно непобедимы. В этот день и правда люди на площади стали одним целым, с одной целью, с одними взглядами на происходящее. Совсем молодые и те, кто не понаслышке знает, что такое террор. Наши ребята воевали в Чечне, мы столкнулись напрямую с терроризмом, поэтому мы против террора. Мы выступаем за поддержку, за мир во всем мире, за здоровье людей, за сохранение всех наций на земле, малых народов. И поэтому это, конечно же, важная тема, и нельзя остаться равнодушным к этому. Такое допускать нельзя. Мы все хотим мирно жить, спокойно спать и растить детей в нормальной обстановке. Нет террору. Запугать людей всякими такими нехорошими поступками — это будет тяжело. Вместе сила. Спасибо. Подобные митинги в эти дни проходят в разных городах России. Акция в Ульяновске подтверждает единство со всей страной. Главное не бояться, а встать и противостоять. В единстве сила. Главные лозунги сегодняшнего мероприятия. Кристина Жакот, Павел Макаров, новости Ульяновской правды.